И как мне теперь жить? Квинджет! Тебе понравится Асгард. Он большой, золотой, блестящий. Халк остаться. Я помогу тебе вернуться на Землю, э? Там не любить Халк. Там обожать Халк. Тебя любят. Тор идет. Халк здесь. Ладно. Ну и сиди. Болван, повзрослей! Тор идет! А я что делаю? Хеймдалл, я знаю. Да, вижу, далеко забрался. Долго нам тут не продержаться. Я понимаю, но пока даже не знаю, где нахожусь. На планете, где кругом порталы. Один твой. Который? Тор грустит! Да. Не грущу я, тупица! Чтобы ты знал, ты очень плохой друг! Сам плохой друг! Знаешь свою кличку? Нет! А я... Ну, прости. Погорячился. Мы стоим друг друга. Исполненные ярости глупцы. Да, стоим. Халк, можешь для меня кое-что сделать? Что-то быстро, ты что? Да. Стой! Асгард в опасности. Люди погибают. Помоги вернуться и вместе... Я остановлю ее. В одиночку? Нет, я собираю войско. В нем я, ты. В каком смысле, Дрязги? Твоя сестра. Источник ее силы, как и твоей, Асгард. Когда Один утратил над нею контроль, она порешила и жестоко пожалела. Прогнил наш Асгард. Тайны, интриги, вся эта мишура. Я согласен. И живи. Ладно. Ладно. Что ж, отлично. Отлично. Спасибо. За что? За это. Спивайся, скрывайся. А мне... Халк. Мне привычнее не бежать от проблем. Да. Так. Давай. Оживай. Приветствую. Могучий мститель. Закрыт. Чертов Старк. Златовласка. Малыш, ты молодчина. Мы не знаем, куда Альтрон собирался, а ты забрался очень высоко. Господи. Беннер, солнце уже зашло. Тор. Спокойно. А что с прической? Какой-то старый извращенец Абкарна. То есть как это? Ну... Что? Я был Халком 2 года? Да, боюсь, что так. Голосовое распознавание. Беннер. Приветствую, могучий мститель. Да ладно. Журнал. Сахара, минутку внимания. Случилось ужасно. Наш прославленный чемпион пропал. Боги не врут. Судя по всему, его похитил коварный искуситель, бог Грома. Нервы что-то сдают. Стой, 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 стой! Не нервничай, спокойно. Наденька, я даже слушай. Стой. Я расстроен. Жутко расстроен, не карается смертью. Так на чем я? А, мой бесценный чемпион. Куда ты еще? Живьем. 2 часа на все. Я управлюсь за один. Достаточно. Знаете что, я утром проснулся... Я Локи, а ты ответишь перед Грандмастером. О! Зачем помогла бедная? Я думал, вас всех постигла ужасная смерть. В другой раз... Солнышко село, скоро спустится ночь, солнышко село. Новые впечатления, вот круто! Мои нейроны носятся быстрее, чем мозг переваривает информацию. В этот раз все нет. Беннер сгинет безвозвратно, и мы застрянем на планете, где я вечно злой гладиатор. Мы не застрянем. Я не стану драться с твоей сестрой, это ваше личное семейное дело. Нет, она зло воплотит. Да мне плевать, кто она и что. Что? Нет, нет, да нет, я тебе? Я вовсе даже не... Друг, где ты, где Халк? Весь такой... Ура, крушить, крушить. А сколько их у Беннера? 7.
Ладно, не хочешь драться, не надо. Но тут оставаться опасно. С Брюсбен? Тогда зачем было наряжать меня под Тони? Наготу прикрыть? Да, тоже верно. Доставь ты штаны в покой. Как он хочет? Отправимся в Асгард. И ты больше никогда не примешь обличье Халка. А. Хорошо? А ты, помню, вроде собирался отчалить. Решил задержаться. А это зачем? Для маскировки. Мас ведет счет своим жертвам. Красота плюс сила плюс отвага. Кто это такой? Приятель. Лицо знакомое. Я тоже думаю, если столько пить, долго вряд ли протянешь. Пью, пила и буду пить. Но глушить память. Название есть эти... Есть. Отомстители. Отомстители? Ведь это мое отмщение, твое отмщение. Проверку прошел. Пуштоклык дракон. Он. Бог ты мой. Легендарный клинок Валькирии. Так вот. Клака? Стоп, что за клака? Ну я когда его выбрал, про название-то не знал. Это коллапсирующее, нет? Если все равно помирать, то с песней. Но откуда я вас помню? Я тебя тоже. Странно. У Грандмастера целый флот кораблей. А я, так получилось, выкрал коды доступа охранной системы. И тут же ощутил под... Да, брат, готов. Можно вас на несколько... немножко пошушукаемся? Я только что перебросился с ним парой слов. И порнул меня. 8 лет нам было. Если угонять корабль, надо как-то отвлечь внимание охраны. Так вы и поняли. Плазма, я про вот эту вот жижу. Вроде икры. Твои детки? Вот или не от кого? Лорд Грома шлет тебе привет. В смысле, мейнфрейм? Что? Вот при чем тут мейнфрейм? Слово на R. На R то слово. Вслух не надо. R, поняла. Обсуждение. Как и общение. Нашим коньком не назовешь. А вот тут согласен. По логике вещей его кончина разведет. Обсуждение. Ближе к сути. Я, пожалуй, останусь здесь, на Сакаре. Как раз сам хотел предложить. Как брата, с кем буду биться рука об руку. Но ты стал тобой, а я мной. Будет лучше вовсе не встречаться. Как ты всегда и хотел. Спасите, он умирает! Помогите, вот ему! Классика. А, Локи. Знаю, но... Больно, бедняга. Я к чему веду, ты... Всегда будешь богом хитрости, но способен на больше. Разберемся. Не первый раз за штурвалом. И нашего чемпиона. Все в небеса. Найдите его и изловите. Отличный выстрел! Спасибо. Открывай. Не послышалось? Его использовали для оргий? Да. Ничего не трогай. Что? Стой! Отсюда и свинтим. Что это за пультик? Ну, погнали! Головой! В смысле, что он нехорош? Нет, просто он полыхает. Вон, на вершине горы. Тепловые сигнатуры.
вооружились. Дальше я сама. Понял меня? Вместо того, чтобы ломать голову над проблемой, наш отец закрывал на нее глаза. С Одином мы топили цивилизацию за цивилизацией в слезах и крови. Откуда, по-твоему, взялось все это зло? Сестра и вправе претендовать на отцовский трон. Я бы с радостью отдал кому-то бразды, но не тип войну. Но быть готовым к ней обязан. У тебя не было шансов. Видишь ли, я не властитель. Мьёльнир был призван сдерживать мощь, фокусировать. И сейчас, прямо сейчас, ему нужна твоя помощь. Твоя больше. Грозовым разрядом? Я жахнул по ней такой молнией, каких никогда не... Остановим ее здесь и сейчас. Каким образом? Только без коронного. Конечно. Локи, смысл не в том, чтобы предотвратить... Готово? После вас. Улетайте! Наш народ мог уцелеть, но надо дать ему закончить, а иначе... Халк, стой! Можешь хоть раз в своей жизни ничего не крушить! Ха-ха-ха!
принципе, все не так страшно. Самое главное, что фундамент не пострадал. Уже снесло. Жалко. Асгард не точка в пространстве, а люди. Видно, мой брат не такой уж пропащий. Возможно. Спасибо. Да, я случайно на него наступил еще на мосту. А потом стало так стыдно, что вот ношу весь день.